наступил, решаюсь сейчас. В честь 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в детской школе искусств имени Юрия Розума в поселке Загорянский состоялся концерт «Детям блокадного Ленинграда посвящается». Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Полное освобождение города на Неве от фашистской блокады стало одним из величайших событий в истории Великой Отечественной войны. Со сцены звучали песни и мелодии, которым равнодушных в нашей стране нет и быть не может. Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком горе бездонное. Все вместе плечо к плечу стою с мальчишками рядом в строю. 14 января 1944 года началась операция войск Ленинградского фронта, в результате которой 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята. И во всех концах света белого протекает слава громкая. Детская школа искусств имени пианиста Юрия Розума – одно из ведущих учебных заведений в стране, где ведется преподавание целого спектра предметов в области культуры и искусства. Концерт, подготовленный коллективом школы к памятной дате – дань уважения героям, которые боролись с фашизмом в блокадном, голодном и холодном городе. Каждый, кто готовил это мероприятие, кто был в зале, они не только вложили все сердце и душу в этот концерт, посвященный детям блокадного Ленинграда, но и прочувствовали до глубины души, какая тяжесть, какая боль легла на плечи тех людей, которые оказались в этой осаде. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.